Сибирская зима, ядреный морозец и, самое главное, настоящий снег. Тюменский центр «Жемчужина Сибири» вновь порадовал прекрасными условиями для соревнований по лыжным гонкам. На прошлой неделе здесь состоялся чемпионат Уральского федерального округа, среди участников которого были замечены даже представители сборной страны. В индивидуальном спринте свободным стилем у женщин заметного успеха добилась тюменка Елизавета Бекишева. Она выиграла серебро в 17 лет, опередив многих опытных спортсменок. Обойти ее сумела лишь 33-летняя югорчанка Евгения Шаповалова, финишировавшая в финальном забеге в гордом одиночестве с результатом 3 минуты 9,28 секунды. В Европе очень тепло. Я сейчас только вернулась с последнего Кубка мира. Там, соответственно, был плюс. Здесь такой контраст, конечно, мышцы вообще просто твердые становятся. Но, как говорится, работа есть работа. У природы нет плохой погоды. Бронзу в необычайно морозный день взяла Анастасия Игнатьева из Ханты-Мансийска. Бекишева выиграла у нее на финише в разножке 9 сотых секунды. В мужском спринте золото взял челябинский лыжник Александр Рудаков. Фотофиниш определил, что он на сотую долю секунды обошел югорчанина Владимира Солодовникова с результатом 3 минуты 35,47. Ну, здесь круг специфический, он финиш со спуска и зависит. Как бы кто первый выкатывается, тот обычно не выигрывает здесь. Это уже на моем, на горьком опыте я проигрывал здесь, выходил первым и был четвертым. А сейчас я как бы уже научен на своих ошибках. И круг в целом рабочий, подъемы хорошие. Земляк Солодовникова Валерий Пономарев занял 3-е место. Бежали в мужском финале двое тюменцев. Ярослав Егошин стал 5-м, а на 6-й строчке расположился Александр Буренков. Эстафеты для сборной Тюменской области оказались серебряными. У женщин вице-чемпионками стали Элина Гарафудинова, Наталья Баракина, Екатерина Смирнова и Светлана Плотникова. После 2-го этапа хозяйки уступали лыжницам из ХМАО чуть больше 26 секунд. После болезни очень тяжело. Я заболела 2 недели назад и не участвовала. На соревнованиях только вот первая гонка была. Исправить ситуацию после Гарафудиновой и Баракиной обязана была представительница сборной страны Смирнова. И она делом доказала, что экипировку национальной команды ей выдают не зря. Екатерина сначала сократила отрыв от лидера до минимума, а в итоге передала эстафету Плотниковой на 5 секунд раньше северных соперниц. Ну, я выбрала 3-й этап, потому что он подлиннее, чем последний, получается. Вот, как бы 3 километра все равно такая дистанция. Вроде и не спринт. И не 5 километров. Поэтому очень мне тяжело дается вот именно 3 километра. А тут, я думаю, ну хотя бы метров тут на сколько? На 400, наверное, побольше будет, чем финишный, получается, отрезок. Финишный этап 4-й. Но на финишном отрезке Плотникова обошла югорчанка Алена Перевозчикова. Вместе с ней чемпионками стали Евгения Шаповалова, Полина Кальсина и Мария Гущина. Их результат 34 минуты 16,5 секунды. Даже тот состав, который они выставили, он оказал достойное сопротивление. Мы даже, можно сказать, чуть не дрогнули в один момент. Ну, на последнем этапе у нас все сложилось как надо. Я сознательно выставил тех девчонок, которые, ну, у нас являются основными. Мария у нас после декрета, она летом у нас ребенка родила, так что вот сколько она успела восстановиться и сейчас пробует себя на гонках. Мы дали ей такую возможность. Опыт здесь однозначно взял свое, ведь каждый из победительниц за 30 лет. При этом ни одной из тюменок не исполнилось еще и 25. Я всегда эстафеты бегаю, но большинство всегда 3-й этап. В этом году поставили на 4-й. Ну, считаю, что показала неплохой результат. Могла, конечно, лучше, но если бы вот не болезнь, не ОРВИ было. И вот, как бы это всегда снижает свою тренировочную форму. 3-е место в гонке 4 по 3 километра заняли лыжницы Свердловской области. У мужчин золото тоже уехало в Ханты-Мансийск. Победу праздновали Данил Савин, Кирилл Конышев, Валерий Пономарев и Владимир Солодовников. Именно последний принес успех своим партнерам. Ведь на протяжении 3 этапов в гонке лидировали тюменцы. Александр Сизиков, Илья Санников и Артем Малышев. Но Ярослав Егошин с Солодовниковым не справился. Бронза у челябинцев. Каждый старался, отдавал самые сильные свои качества. Вот последний этап, который выдался на мои плечи, все раскладывали силы, но Ярослав немножко мне уступил, может, не хватило сил, но я думаю, он еще поборется. Все впереди.
Вторая команда сборной Тюменской области в эстафете 4 по 5 заняла 7 место. В ее составе выступали Александр Буренков, Максим Григорьев, Александр Акуленко и Кирилл Печенов. Состав был, можно так сказать, предначальной стадии боевой готовности. Вот. Но в команде бежал парень с юниорского состава, то есть нынешнего ушора. Как бы, я думаю, у него задача тоже была провести гонку на максимальных скоростях. В принципе, более-менее с этой задачей, я думаю, тоже справился. И ну, получилось так, как получилось.